Здравствуйте, дорогие мои! Смотрите, что я нашел. Аль-Джазира на арабском означает «остров», известный одноименным телеканалом государства Катар. Эта работа – не привычная живопись, а как сальный кабель на дереве, что, безусловно, тронет тех, кто помнит, как устроен интернет. Как помнит автор этой работы, марокканский художник Мунир Фатми. Ожидаемая цена – 30 000 долларов. Не пропустите.